наша вічність здобута в бою хвилина мовчання. Натянуті нерви, немов тятива. Когда-то на этом месте еще не было памятника. Но я помню, был большой праздник. Праздник мира. Мы все радовались. И те ребята, которые еще не пришли в организацию, они ехали домой, они дослужили в Союзе. Но это был праздник. И в этот день Витя Несин, один из наших побратимов, недавно вышла его книжка, в этот день написал 28 лет тому назад эти строки. Выводу войск с Афгана. Вот и все позади. Впереди лишь дорога домой. Отдыхают бойцы, письма близких читая. И готовят машины в последний поход, в мыслях край свой родной вспоминая. И уже БТРы колонны идут. До Термеза осталось немного. Но там, за мостом, мамы очень их ждут. С махом легких слезу утирая. Это долгая встреча. Сколько сказано слов, на пределе машины и нервы, голос матери слышен: «Сынок, ты живой!» И летят букеты БТРы, не к лицу, на щеке у солдата слеза. Но ведь радости нету предела, пусть обветрены губы и вся грудь в орденах, и слова: «Вот вернулся я, мама!» Улетая домой, наберу горсть песка, и друзей адреса вложу в гильзу, и накатится сразу слеза на глаза. Вспомню всех, и живых, и погибших. Вспомню медленно гаснущий яркий костер, загорелые смуглые лица, и команду «Привал», и команду «Отбой», и в горах Джалалабада свой выстрел. Афганистан, ты слезы матерей, Афганистан, ты обелиски павшим, Афганистан, ты боль простых людей, и честь и слава всем седыми ставшим. Мы мечтали об этом дне, 15 февраля. Мы не знали, когда он будет, но мы знали, мы мечтали. Мы знаем, и это будет, что день великого примирения и великого покаяния будет за ту войну, которая сейчас идет. И потому мне хочется прочесть стих, который написала девушка. Мария Скачелис, потому что мы все живем мечтой о мире. А знаете, війна колись закінчиться. І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. І вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда? І в чиїх руках життя? Чому війна лише простих людей торкається? А для політиків, здається, просто гра. І знов до небу я з молитвою звертаюся, благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молю до тебе, бережи усім життя. Слава Україні! Героям слава!
Вот так, товарищ. Алина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваши сыновья воевали в Афганистане? Да, погибли. Погибли? Один. Один. Дочка осталась вдова. А как вы это время прожили, когда они воевали? Очень трудно было вам? Я жила в селе, а дочка жила в Запорожье. Пішов, його забрали в Афганістані. Він ненадовго. І то приїхав, і зараз повернув, зараз його спатрували. Ну, вони вже. А в якому це году було? В якому було? Вже там вже. Зараз 15 років моєго. 15 років? Земля йому пухом. А як зараз ви живете? Помагає вам хтось? Государство? Нет. Не помогает. Еще раз. Это ж плохо. Она зараз не кинулась, чтобы можно все. Нормально. Контрольный. Обидно. Так, а вы жили в селе? Да, я жил, да. Коровы были, мы еще раз спрашивали. Молоко пили? Не, ну вы вырастили хороших сыновей. Дай бог. А внуки? Пять? Да, ну я не знаю, вы бабушка героиня. Пожелайте запорожцам хорошего. Пожелаю вам всем хорошего, чтобы все хорошо у вас было. И радости, самое главное, и мир. И мир. Дякую. Галина Ивановна, что для вас самое главное в этой жизни? Что? Жить. Здоровье. 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 Не то здоровье. А дети, внуки? И дети, и внукам. Желаю им всем хорошего счастья. И дети у меня дорогие. Они меня это 3 месяца спасают. Это я же у них 3 месяца живу. А тогда еду додому и от по нагороде топчусь. Сколько у вас соток огорода? 30. Это 80 лет вы обрабатываете 30 соток? Да. Вот это картопелька, цибулька, чесночок, бурячок. И вот это... А по Европе проехать? Не ездила нигде. Выражает много. Что именно? Выражает ту войну ненужную. Выражает горе людей. Все. Выражает... Горе везде горе. Главный мотив. Мне не все это понимают. О, я честно не говорю, к сожалению, хвалят хорошо, хорошо. А что там выражено? Большое вам спасибо. Я против таких войн, ненужных. А мы думаем, что против. А знаете, это же не День Победы, это День Вывода. День Вывода. Вот комбат. Говорили уже, нет? А сейчас за что? Говорили? Конечно. И сейчас глупо. А можно один вопрос, да, раз уже переговорили? Пожалуйста. Скажите, а генерал-полковнику Петрову памятник где будет стоять? Здесь или здесь? Я не знаю. Когда определит это мэрия? Мэрия определила. Где? Центр города. Я думаю, что здесь должно быть. В центре города не может быть. Вот он пускай скажет. Пусть конкурс об мэре объявят, тогда будем. Я уверен, что вы победите по одной простой причине. По одной простой причине. Вы это создавали. И вы сможете создать. А вот в совокупности с этими людьми, которые вам помогали. И у вас самое главное, что у вас есть вот это, свой взгляд на жизнь. С праздником вывода войск. С каким чувством вы делали памятник афганцам? Так сейчас я с каким чувством вы делали этот памятник? Я спешил. Успеть вовремя поставить. Сроки никудышные. Сроки никудышные. Гнали. Три срока пришлось перенести. Да. Три срока перенести.
За полгода такой памятник нельзя сделать. Как вашу вы считаете идею? Они вышли из боя. И все? И остались живы. Это мелочь. Это мелкая идея. Удрали из боя. Это мелкая идея. Они, этот памятник стоит против такой войны. Вот вы разберитесь в этом деле. Война вообще не нужна. Какая война? Вот там война, комбат. Нужна война? Ну, там была необходимость. Все. А тут была ли необходимость? Вот правители этом, завели. Вот об этом я и сказал. Вот тот памятник с этим. Противопоставили. Да. Вот это была мысль. За что? Там явно за что? За Родину, за Сталина. Все. А здесь за что? Сейчас, сейчас. В какой момент, находясь в Афганистане, вы поняли, что на войне? Что это не шутки? После приземления в Кабуле. И сопровождение группы боевых вертолетов вокруг аэродрома, они открывали огонь по окрестным горам реальными выстрелами, реальными боеприпасами. Вот тогда я понял, что это не Советский Союз, а это война. Это было страшно? Нет. Шок. Это было скорее интересно. Сколько вам было лет тогда? 35. Я офицер. Я приехал в Афганистан офицером. До этого были учебные стрельбы реальными снарядами, но это все было в Союзе на полигоне. А когда после приземления в Кабуле я увидел обстрелы, реальные обстрелы гор окрестных, и вообще настроение людей совсем другое. Я понял, что это война. Скажите запорожцам что-то хорошее и воинам афганцам. Пожелайте им. Это было, значит, его... Афганцам я пожелаю, чтобы они... Те эмоции, чувства и... Чувство Родины не разменяли на ширпотреб, на мелочь, вот на эту всю вранье, гадость, чтобы они оставались среди них. Спасибо вам большое, здоровья! Я сделаю фото. Как вы поняли, что вы находитесь на войне, а не просто так? В Афганистане. Когда начали стрелять, и когда мы поняли, что деваться некуда. А, как это? Спасайся. Как? Спасайся, кто может. Но вы спасали не только себя, но и своих друзей, товарищей. Вы их не бросали? Ну как, хватал Леха, там тянешь его, давай прячься под кровать, там все, потом за эту, за палатку. А я на машине ехал и обстрел, вот это и понял, что уже война. Ну это начало было, вот как первый раз. А потом уже начинаешь привыкнуть, ну спишь, грады работают, там, такой звук. Бах-бах, оно преодолевает. А потом, когда уже обстрел, объявляют, что готовьтесь к обстрелу. Под кроватью у каждого лежало, ну, автоматы, два рожка спаренные. 5.45. А что помогало вам выжить? Или победить? Да-да-да, никто не думал об этом. Не, ну какие-то чувства были, что-то такое поддерживало вас? Песня там, что-то такое? Ничего не было. Как тебя звать? Миша. Миша, ты хочешь патриотическое или... Только честно. Жопой чувствовал, да. Что пора уебывать. О, я там поставлю пи-пи-пи. Поставь пи-пи. Хорошо. А питание было хорошее, мне самое главное. Нормальное. Все, питание зависело от привоза. Если караван пробомбят, мы ели красную рыбу. Ну, вот это красная рыба, помочь, это... По нашим меркам неплохо, но это консерва. Она так надоедала, что на нее невозможно было смотреть. Проклятая консерва.
Называется Красная Рыба. Сегодня Красная. Почему? Потому что караван бомбили. А бомбят, значит, недели две, как, сосешь. То, что не... Да. А когда вы приехали домой, какие были чувства? Пришли домой. Да, ну, чувства, как и чувства. Нормально было, слава богу, что... Ну, все время снилось, что стреляют. Это да. Да. Я работал на коммунале, мне снилось несколько лет, что конвейер уезжает. А тоже война. Миша, ну хватит уже вопрос. Нет, пожелайте запорожцам. Да, я афганцам. Чтобы мир был и все нормально, чтобы было. Запорожцам хочется пожелать, чтобы они верили в Украину. И не уходили из Украины, а все сделали, чтобы победить в этой, у коррупции. Вообще. Так, 8 марта отменять будем или нет? Нет. Я бы не хотел. Нельзя. Зачем? Зачем? Ни 8, ни 1, 2, ничего. Короче, здоровья вам. Спасибо. Мы окончили красиво. Без женщин жить нельзя на свете. Да. А женщины были в этом самом? Были. Все, здоровья.